вообще невроза, в чем проблема? Проблема в том, что мы верим тому, что мы не понимаем. У нас одно полушарие воспринимает информацию, что у меня стучит сердце чаще, у меня перебои в работе сердца, у меня повысилось давление. Но оно не видит внешних событий. Ладно, у меня началось стучать сердце, я тяну билет на экзамен. То есть одно полушарие восприняло информацию, а в другое объяснит. Все окей, нормально, проблем не будет. То есть ваш адреналин выработался, руки подрожат, сердце постучит, и вы спокойно сдадите экзамен, выйдя, вы себе объясните. Ну, конечно, я же волновался, меня же могут отчислить. А во время невроза ваше мышление приобретает какой-то неадаптивный характер. И вы видите симптом, но не видите, что его вызвало. А его вызвало определенные оценки. Прогнозы, ожидания. Это проносится очень быстро. Это проносится регулярно. Это звучит в вашей голове вашим голосом. И тогда возникает диссонанс между тем, что сердце стучит, а причины внешней нет. И человек начинает гонять с этим сердцем по врачам в поисках причин. То есть найдите причину.